Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакоум, продолжаем проходить Uncharted 2 Among Thieves. Знаете, прошло сколько месяцев, когда мы последний раз не заходили. Я решил продолжить проходить ее пока что, а не метро. Да по одной простой причине, скоро выходит четвертая часть, и надо будет пройти вторую с третьей частью. Вот, ну если кратко рассказать вообще о дальнейших планах, это Uncharted. Ну, заканчиваем вторая, третья часть, заканчиваем метрошку, и потом посмотрим. То есть это либо Skyrim опять, правда Skyrim опять до мая, как-то это охереть можно, да? Либо GTA 5 на этих, на PS4. О, вот это мы с вами еще посмотрим, а пока что Uncharted, да, я... Слушайте, я уже вообще забыл управление. Так, это дайте хотя бы вспомнить что-нибудь. Так, это, наверное, граната, это что? Так, стрелять понятно на что. Так, это драться, ща, так, это там, действие. А это что? Ага. Прыгать, ну, как бы, да, все. Я все вспомнил, и теперь надо понять, куда нам идти, потому что я не помню даже, где мы остановились и что вообще было. Но я помню, что мы только встретили вот Елену, да, и все. Помоги открыть дверь. Теперь уже надо вспоминать, а что было. Мне еще давно, у меня, блин, джойстик разрядился, оказывается, за время. Спасибо. Вообще, отключение даже полностью консоли из, блин, розетки. Она такая... А я, короче, полностью сяду. Как нам перебраться? С той стороны лестница. Ну, я просто вижу, как бы... Желание просто, искушение. Ну, это полпути туда. И что я сделал? И зачем я это сделал? Так, пистолет возьми. Как перезаряжаться, кто-нибудь помнит? По-моему, на... Типа R2, не? Так, хорошо. А мне воду можно, интересно? Наверное, нет. Может, можно. Опа, лестница. Она же для чего-то нужна, правильно? Ну ладно, давай, она для чего не нужна, просто мента посадить. Ой, окс-кокс. Она ящик... А зачем мне ящик? Чё мне вот это даст? Ну, тут многие вещи. Хорошо, так, чё мне это даёт? Или типа я запрыгиваю тоже? Я так не запрыгиваю. А, не запрыгиваю, лол, окей. И что? Типа в другие накидать места? Так. Вот это сейчас неожиданно было. Окей. Так, ну я такой... Да что ты такое вообще? А вот, кстати, интересно, а если я, допустим, все просру? А? Так, ну, как-то... Вот так вот. Это он, да? Угу. Давайте, короче, по... А, они спавнятся, я понял. Давайте, короче, по епику вообще. Короче, кидаем. Не получилось по епику. Так, перезаряжаться? Да, все. Я никак понять. Перезарядка просто, она в этом разная. Все, короче. Ну а чё мне делать-то? Не туда же пихать-то его? Или может мне машину надо херануть? Что вполне возможно. А может мне просто вторую машину надо долбануть? Тут просто еще одна есть. Зелененькая. Вот так вот закинуть. О, походу. Да-да-да, смотри, что сделал. А, ну мне просто, чтобы туда перебраться надо. Точно. Здорово, а? Ну, собственно, и сделали. А, тихо, вот этого только не хватало мне. Блин, давно, кстати, хотел вернуться к Uncharted, просто вот никакого времени как раз не было из-за всяких там... Шерлоков из-за... Чё у нас там еще было-то? Ну, из-за Шерлоков, просто из-за новых игр. То есть, как бы, блин, вот реально хотелось вернуться, но что-то вот...
И как-то... Ой, твою мать! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Твою мать! Чё, охренеть? Чё ты по мне-то Надо будет привыкать заново, я чувствую. О! Какого хера я тут забыл? Надо заткнуть эту пушку! А чё это меня сюда-то переправили? Оп! Твою мать! Будет больно. Да, ну и прицельнее, соответственно, да? То есть, стики... Здравствуйте. Чувак, ты многого не понимаешь в этой жизни. Да. Ну, поехали. А чё, можно? О. Патроны, короче, тут заканчиваются когда-то, да? Всё-таки? Я понял. То есть лучше стрелять, ну, поменьше. А может они... А, не, ну если так мало, то вообще не важно. Гранаты, гранаты, гранаты. Да, всегда. Так, стоп, подождите, да... Дайте я возьму дробовик. Нет. Ну и, блин, как обычно подсвечиваются. Вот меня очень часто бесило, кстати, в Uncharted, вообще во втором, третьем. Места, куда надо лезть, всегда ярко подсвечены. То есть желтым, синим, вот как сейчас, да? Ну, то есть они как-то подсвечены. Идем сюда. Причем чаще всего желтым. Это повстанцы. Какой хер... Какой танк? Вы... Надо торопиться. Вы нормальные? У нас проблемы, это я точно знаю. Какой танк? Я понял. Все плохо. Какой танк? Окей. Я надеюсь, мы с ним не будем встречаться, ну, или пересекаться. Так. Да вообще мы с ним ничего не будем. Мы в безопасности. Скрины делайте. Я хочу внутрь. Там, наверное, еще красивее. Тут нету фотика, как на Вите. Что скажешь, а? Мы у самого порога. Так значит, мы оказались здесь совсем не случайно? Да, не совсем. Вот эгоист. Окей, так что именно вы тут ищете? Видишь символ там? Это Чинтамани, детка. Нейт? Огромный. Огромный сапфир, и он бесценен. В общем, другими словами, вы пытаетесь стянуть мифический сапфир из-под носа военного преступника. Она хочет сказать, что это ужасно глупо. А я и не понял, Джефф. И вроде бы камень здесь. Вроде бы. Но нет. Сам камень не здесь. Эй, посмотри. Нет? Нет, он в Шамбале. Шамбала? Нейт. Ну, которая Шангрила. Можно на пару слов? Милый. Хотя, может быть, лучше нам продолжить эту беседу внутри. Да. Согласен. Пошли. Что-то, мне кажется, это не закончится хорошо, вот это путешествие. Все. Порядок. Здесь они нас не найдут. Тут что-то не так, Нейт. Лазаревичу не деньги нужны, их у него хватает. Дело в другом. Пошли. У нас нет времени. Вы ждите здесь. Никуда не уходите. Мы вернемся к вам. Да, обязательно вернемся. Ну, как обычно. Это что это там такое? Так уже больше похоже. Ты что, думаешь, они пара? Не может быть. Посмотрите. Это тот самый храм. Вот это и правда очень похоже на камень Чинтамани. Вход спрятан где-то здесь. Где-то я его видел. Для доступа к дневнику, ну давайте, чё там? Это как-то связано с мечами. С мечами?
Так, ну понятно, здесь ничего особенного. Типа он должен у Дагер. Ну я понял, то есть тут вот все вот эти части, там мечиков, да, всяких, они должны находиться по-разному. А как их двигать, кто-нибудь надо подскажет? Надо забраться туда. Но как? Вот, а это вот уже другой вопрос. По колоннам не слишком легко. По нему... Слишком тоже просто как-то. Ну давай, давай, давай. Ты что, издеваешься? Здесь? Нет. Ну тут он не хочет этот от. А, подождите, показалось. Нет. Думал, колонна разрушенная. Нет, да по нему. Нет? Тактика в Uncharted, где прыгать просто на все подряд, естественно. Так, стоп! Как двигать это? Там внизу еще что-то есть. Колонны не хочет однозначно работать. Я хочу как-то запрыгнуть туда. Похоже, он не совсем заброшенный. Мне надо сюда залезть. Ну да. И в этом проблема, мне подняться как-то надо. Взрывать я вроде ничего не х... А, во! Чё это плюто? Секунду, хочу рассмотреть поближе. Конечно, я подожду. Я так понимаю, надо влево? Да. То есть, мне надо подвинуть вот эти части там, мечей у него, да? Да. Ну, то есть, он, я думаю, сам будет с ними что-то делать. Нет, не уверен, он у него правильно, по-моему, стоял. Ну-ка, обратно давай. Эй, шевелись. Ну и как? Ну, а мне откуда знать, у тебя? Так, одно поставили. Надо ми... Так, надо поставить, короче, дагер у лица. А я смогу вообще тут? Эта тема должна у него как... Он, как будто он трясет ее, что ли? Ну, короче, чуть повыше. Я, наверное, смогу по ней перебить? Нет. То есть, фактически, обратно... А перелезть как? Я хочу, допустим, перелезть там. Давай, давай туда. Слушай, там что-то лежит. Что-то блестящее такое. Клёвенько. Опа. Так, еще немного. Ну и, короче, вот здесь. Вот, да, 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 да. Ну, короче, просто... Да, надо поставить мечи. Причем способ мы уже нашли. Путь мы тоже нашли. Ну и, соответственно, мы нашли ответ. Что-то я иногда прыгаю, даже не знаю куда. Сраные скрипты. Ага. И осталось дагер поставить. Кинжал. Мне просто дагер привычный как-то. Не знаю почему. Да ладно, ладно, признай, ты поражена. Признаю, с меня банан. Нормально. Земля расколол, или что это? Что это? Хлоя, это не просто кинжал. Это ключ. Ну, посмотрим, что он открывает. Наверное, воду спустит. Что я на видео что-то там было. Страшно как-то. Скажи, а? Что изменилось? Я же говорю, вода спустит. Вода уходит.
Слушай, там я видел, какое-то там... Что-то там было вот такое вот, да? Я нашла нужную дверь. Получилось. Можешь сказать мне спасибо. Не просто так же там лестница находилась. Ладно, что там? Что скажешь? Ты в игре? Да, мы вперед. Ну, как скажешь. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Такая гитара заиграла. Атмосфера. Знаешь, романтичное здесь местечко. Ладно. А где же цветы и конфеты? Да, конфеты, букеты, не про тебя. Ты так хорошо меня знаешь. Ты ведь не хочешь застрять в темной яме в 30 метрах под землей? Пожалуй. Придется спрыгнуть. Ладно, иду. Ну, застрять я не хочу. Пожалуй, я недооценил высоту. А вот это как будто не полностью в воде. Дерево какое-то. И верно. Но! Внизу открывается. Ладно. Ого! Это что? Это там какой-то луч, смотрите, да? И кинжал. Упс. А вот это уже не смешно. Ладно, могло быть и хуже, а? А вот тихо. Ладно, это хуже. Что делать? Да, что делать? Ненавижу. Вот так вот, да? Да. Получилось. Пора уносить ноги. Летела перед глазами. Не знаю, каким образом, но я очень быстро догадался до этого. Хрен его знает вообще. Ладно, может, мне это в голове осталось. Ну просто шестеренки видны и как-то выделяются так. Я есть хочу. Я тоже хочу есть. Хотя нет, я не хочу. Посмотрите на это вообще. Так, вроде мы на месте. 10 глава «Путь света». Похоже на кинжал. Да, похоже на кинжал. Ну, было. Ага. Похоже, включается светом. Зеркала тут неспроста. Ага, то есть, ну, короче, блин. Достаточно, кстати, такая, ну, банальная, что ли, головоломка. Вот во многих играх ее тоже используют. Где-то с помощью зеркалов... Естественно, где с помощью зеркалов надо направлять вот эти вот лучики там как раз, да? Ну, вот так вот. Вообще ничего. Мне пока вот это вот не надо, да? Но я так понимаю, что вот... Ой, смотрите, да? Что мне дает? А допустим, я ему голову подсвечу и надо пойду... Надо правильно отразить эти лучи. И пойду ему рот открою кинжал. Что, дырка для кинжала? И наверняка активируется только при луче. Сработано. А, нужно, короче, я понял. Есть, осталось два. Нужно... Думаешь, походу. Опустить. Похоже, все мне вот эти туда вот. Залезть. Да, все вот эти вот херни. Только надо понять еще вообще, что с лучом света делать. Ну, это мы поймем потом уже, наверное. Залезу повыше. Может, оттуда лучше видно. Ты там поосторожней. Не. Ну ты твою мать, высоко вообще. Ему не страшно, точно? Нет. Вот я удивлялся, кстати, тоже. Только не свали. Ты меня понял? А внизу это казалось хорошей идеей. Видите, все, на что можно залезть, желтое. Опа.
И все желтое, главное. На что залезть можно. Ну, не все, но красное еще есть. Ну, практически все желтое. Это бесит. Так. Ага. Вниз. Ну, блин, ну это уже... Фейл у многих игр, кстати. Есть. А, вот черт, где такой был... Ой. Бывает такое, то есть он, знаете, он так рассчитывает, что типа... Вот я упаду. Типа, вот я не разобьюсь, на самом деле. А нет, я не буду хвататься, нафиг мне это надо. Вот. Здесь тоже отражатели. Хлоя! Да. Поправь другой отражатель. Сейчас. Молодец. И что теперь? Погоди. Я повернусь сюда, да? Да, мне это что-то даст. Опа. Второй, да, кинжал, наверное? Ну, не кинжал, ну, часть опустится. Треугольничек, я не знаю, как это назвать. Ну, часть кинжала, да. Готово. Только чувство у меня такое. Да, надо будет еще на второй тир лезть. Есть. Так, было какое? Было вот это, стало вот, вот это, так понимаю. Да. Еще один клинок. Может, и не вот это. Скорее, вот это. Ладно, не вот это. Короче, правильно изначально сделал. Самое неловкое будет отсюда упасть. Вниз не смотреть, не смотреть. Шикарно, просто шикарно. Слишком очевидно. Блин, игра на скриптах. Вот просто игра на скриптах. Так, мне тут повернут. Осталось поправить другой отражатель. Уже иду. Порядок. Готово. Все. Игра вот, блин, вот хоть и на скриптах, но как эпично вообще. Все под ним постоянно падает. Это первое вообще просто закон. Закон. Что сделали? Оу. Лестница и дырка. Что я такое? Ой, тихо. Прыгать, наверное, не надо. Хоть это и Дрейк, но для него это будет узковато. Ну, здесь не узковато. Ну, я не знаю, знаете, вот тут логики в этой игре не очень много. Падает он много где. В глотке у этого парня? Наверное. Ого. Ты чё это такое? Поразительно. Хлоя, я знаю, где это. Вот здесь. Видишь форму этой горы? Вот она. А значит, подставь спину. А значит... Вход в Шамбалу должен быть где-то здесь. Мы нашли его. Нашли.
Да. Мы нашли. Сюда! Черт! Момент испорчен. Отсюда есть только один выход. Готов? Готов. А что с этими двумя, с Еленой и... Как его там? Про него никто не думает, да? Как его зовут? Кто-нибудь помнит? Я нет. Чё происходит? Так, ну чё, ребят, вас там много? Ого. Ну пошлите просто убивать их. Хотя тут они вообще какие-то... Стелсеры просто. На, нахер. Револьвер, крутая вещь. С одного выстрела убивает, очень клёво. Ну а, фунфал, это лучше. Акай, это я точно помню. Вот я всегда стрелял именно с фунфала. Он вообще клёвый. И револьвер возьмем. Револьвер — это одна пуля. В любую точку вообще. Ну, они прошли там, где Джефф и Елена. Да, и вот меня как раз таки заинтересовало, каким образом они... Чё это у него было, снайперка? Нет, это не. Это твою мать, меня зайцы. Так, вниз. Дрейк, вот ты можешь спуститься? Так, и походу... Нет, берету не верните. Походу не вернут. Да? Не верну, я всё найду. Фунфал, он просто стреляет так очень удобно. Поэтому я его всегда и брал обычно, по-моему, с собой. Так, тут кто-то был, по-моему, еще, да? Систем? Добрый вечер. Просто добрый вечер. Так, сейчас прицелиться. Ну как, относительно прицелиться. А чего за прицел упоротый? Короче, пистолет вообще все вообще лучший. Эй! Привет. Ну давай. Это не волнует, я за. О. Ну я думал, что я все-таки из угла типа там схвачу его, да? Сейчас просто сдохну. Твоя очередь. Хедшот есть, хедшот. Это наш шанс. Надо уходить отсюда. Давай, давай, давай. Нельзя мешкать. Опа. Все сваливаем. Че с Еленой и оператором? Будем звать его оператором. Меня больше волнует, что с Еленой, это-то... Берегись! Ты же нихера. А это кто это сделал? Ты? Прости. Я всегда делаю так зря. Чуть не убиваю, не умираю постоянно из-за этого. Ну, броня от гранат не спасает. Мы же не в крайности, правильно? Правильно. Пройтись, патрончики пособирать, гранаты забрать свои, которые, ну, вроде взорвались, но почему-то их сразу... Твоя очередь. Хорошо. А вот проблема... О-о-о. Ты что творишь? Тихо. Патроны, еще патроны, патроны, больше пат... Ака, короче, верните просто и все. Вы издеваетесь, да? Ты тоже ногой.
Да ты что? В голову ты в упор, конечно же, выживешь. Угу. Так, а вот это уже вход, да? Да, вот это узкая комнатка. Ёлки-палки. Вот так. А пистолет это дробовик. Маленький дробовик такой. Так, выйдем, убьем кого-нибудь, сейчас увидим. Так, давай, давай, давай. Блин, вот лестница, конечно, просто. Твою мать. Можешь прям в него, по-моему, кидать, там как-то взрываться будет. Давай драться! Пошли. И дробовик возьмем, потому что патронов просто нету. Где они? Вот я так и знала. Вот они там перестреливают. Вот они! Все скройтесь! Снайперы! Вот только вот этого мне не хватало. Что такое? Ты еще живой? Во. Ложись! Кто-то попадает, кстати. Вот это называется поменял дробовик, короче. На дробовик. Да? Снайперку, что ли, взять у чувака была. Че, издеваетесь, что ли? Ну, так криво только я могу кинуть. Чего вот вы тут просто? Надо скорее уходить. Он ранен. Ничего, покажи. Что-нибудь придумаем. Ясно? Можешь встать? Наверное. Давай я помогу. Нет. Нет, нет, брось ее. Она разбита. Давай. Нейт. Порядок. Да, шеф? Так, открывай дверь. Он не жилец, его надо оставить. Что? Нет! Открой дверь, Хлоя! Же всех убьют! Как будто нас это когда-то волновало. Ладно, ребята, продолжим с вами уже в следующей серии. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.